Ремонт затянулся. Стало известно, когда откроется 86-я школа. Глава Красноярска Владислав Логинов заявил, что предварительно ученики смогут вернуться в родные стены на Калинина уже в следующем году. Напомню, в 2020 году здание учебного заведения экстренно признали аварийным и закрыли на капитальный ремонт. Старшеклассников отправили в 12-ю школу, а начальные классы в 9-ю гимназию. Особенно недовольны таким решением остались родители малышей. Путь детей до школы оказался длинным и небезопасным, ведь он пролегал через промзону. Также мэр прокомментировал капитальный ремонт в других учебных заведениях. В частности, в 21-й школе, которая стоит закрытой уже 4 года. 21-я, 47-я школа. Работы идут, рассчитываем на окончание в следующем году. Всегда беспокоит фасадная часть. Работы, которые были на фасаде нанесены, интересные, исторические. Работаем сейчас по их сохранению. 3D-моделирование делается, формируем, каким образом это будет нанесено. Все, что договорились, как просили жители, так и будет реализовано. Тем временем в Николаевке почти отремонтировали здание старейшей школы города номер 36. Реконструкция идет с прошлого года. На время ремонта учеников распределили по другим учебным заведениям. Вернуться в родные стены они должны после новогодних каникул.